мы празднуем удивительную лилу Господа Кришны, в которой Господь проявил свое трансцендентное могущество и любовь к своим преданным. Именно в этот день маленький Кришна поднял на мизинце клон Говардхан и таким образом спас своих преданных, всех жителей Вриндавана от проливных дождей Индры. Маленький Кришна держал холм целых 7 дней и таким образом показал, что ради своих преданных он готов сделать все, что угодно, даже невозможное. Эту лилу преданные сами готовили сладости и приносили как подношение. А как сейчас происходит? Преданные сами готовят или сюда приходят и уже тут начинают готовить? У нас происходит та же традиция, но учитывая то, что многие живут далеко, неудобно, да, везти сюда. У меня были помощники, то есть мы пекли за несколько дней этот большой наш холм Говардхан, сладкую гору. Многие записывались приходить сюда печь. Кто-то мне писал, что будет дома готовить там какие-то украшения. Кто-то из мастики делал что-то, кто-то из пряников. И мы когда советовали, что нам больше чего не хватает, каждый проявлял какую-то инициативу. Вот. И дома кто-то готовил, но в основном украшения приносили все. Сегодняшнюю ночь мы восьмером пекли, взбивали сливки, сломали 3 взбивающих устройства для сливок. Вот. Но тем не менее мы их взбили. Раньше не было устройств духовных. Раньше, в общем, люди жили проще. Все готовили полностью руками. Вот. Сегодня это, видите, традиция повторилась. Вот. И, видимо, Господь хотел, чтобы мы больше приложили усилий. Вот. Еще он бывает... Ты хочешь, чтобы что-то было так, как ты задумал, а он корректирует, как он хочет. Вот. Так. Спасибо большое. Кришна хочет принимать наши поклонения, наши подношения. Что бы мы ни хотели предложить Кришне, Кришна хочет это принять. Если что-то ему предложено, предложено с любовью, то оно обязательно будет принято. И сам факт того, что Господь принял наше подношение и является нашим счастьем. Это счастье преданности. Это счастье духовной жизни. Наше счастье в том, что Кришна принимает наши подношения. Особенно это, когда что-то не заканчивается. И так как этот праздник, он не заканчивается, и мы с ним встречаемся каждый раз, то он должен однажды перейти в эту вечность. И я жду, когда же перестанет быть этот промежуток между праздниками Говардхана Лилы, потому что этот промежуток он немножко начинает уже раздражать. По идее, каждый день должна быть Говардхана Лила, это значит, что вопрос жизни и смерти решен. Пока мы прерываемся на какие-то свои дела, значит, что мы еще не до конца осознали Говардхана Лилу, и нам еще есть над чем работать. А что вы хотите пожелать преданным? Господь уже преданным все пожелал. Он им пожелал полностью вручить свой ум Кришне. Потому что как только мы вручаем свой ум Кришне, то нам больше ничего не нужно. А потому чего желать тем, у кого все есть? Собственно говоря, желать что-то преданным, это немножко оскорбительно. Желать можно не преданным, стать преданными. Но преданным уже нечего желать. Преданным нужно молиться, чтобы они дали свои благословения. И у нас тоже пропали все желания. Спасибо большое, Хари Кришна. Хари Кришна, с праздником.
Харе Кришна, дорогие преданные! Поздравляем вас еще раз с этим замечательным праздником и желаем вам всегда оставаться под зонтиком лотосных стоп Господа. И пусть этот зонтик милости Господа ограждает вас от всех препятствий на пути искреннего, чистого, преданного служения. Перед тем, как мы начнем это чтение, давайте выразим почтение Пранаваратхану из Исаева Пранавамандала. Господь, Он сам вошел в эту комнату Вардхану, воплотился в эту комнату Вардхану и принял все подношения всех выступов Вриндавана и послушал. И поэтому мы не читаем эту комнату, не отличный от Господа. Yeah.
нашей ятры праздник Гавардхана – особый праздник, потому что это семейное торжество, которое мы готовим всей ятрой. Месяца два назад мы начали готовиться. В этом году особенность нашего праздника была в том, что мы установили очень красивую инсталляцию большой Кришны, который держит холм Гавардхан, который был установлен на потолке. Также на всех праздниках мы делаем такую особенность, как роспись горшочков, которые преданные потом будут получать после праздника, забирать себе в качестве подарка. А также в этом году была особенность Гавардхана в том, что на Гавардхан был налиты все кунды настоящего Гавардхана, поэтому все преданные, которые обходили, они получили то же самое благо, как и во Вриндаване. И мы сегодня, так как сейчас идет месяц Картика, предлагали фитильки, пели Дамадараштаку, был прекрасный киртан, преданные подготовили прекрасный праздник. Джай Гавардхан!
В своем высокомерии Индра возомнил себя Верховным Господом, явив таким образом наглядный пример поведения обусловленной души. Многие мыслители 20 века отмечали, что в современной культуре у человека обострено чувство собственной значимости. Некоторые писатели даже ввели в обиход выражение «поклонение я». Практически каждый в этом мире болен синдромом ишамани, мана, то есть в гордыне своей воображает себя Богом. Это комментарий ученику Прабхупады. То есть вот это случилось с Индрой. Hare 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 Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama. Guru Vardhani Gopal.